Здравствуйте, друзья, подписчики, зрители канала «Классная рыбалка с Алексом». Я нахожусь сейчас на рыбалке на Хотомле. Сегодня у нас 4 января 2019 года. Ну и, как обычно, произвожу замер толщины льда. К сожалению, в машине, сегодня забыл в машине рулеточку, поэтому буду мерить с помощью багра. Ну, соответственно, визуально все это дело вы увидите, покажу, продемонстрирую. Вот толщина льда в Хотомле по центру водохранилища. Ориентировочно 25-26 сантиметров. Как бы так. Поэтому лед достаточно толстый, уверенный, кстати, монолитный. На льду не скользко, воды практически нет. Просверлили несколько десятков лунок под жерлицы. Собственно говоря, только с одной выступила вода. На льду небольшое количество снега. Сантиметра там 3-4. Ну, то есть комфортно, удобно передвигаться. Абсолютно без проблем. Все как бы хорошо. Поэтому рекомендую вам рыбалку здесь. Можно спокойненько отловиться на льду, весьма комфортно. Если вам понравилось это видео, ставим класс, подписываемся на канал. На канале много отчетов, секретов, лайфхаков и прочего. Все, всего хорошего, до новых встреч, пока!